В рамках проведения операции созданы группы по выявлению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и предпринимательской деятельности. В эти группы включены сотрудники отдела ГИБДД, роты ДПС, а также инспекторы дорожного надзора других заинтересованных структур. Мероприятие, связанные с проведением операции, направлены на контроль за техническим состоянием грузового транспорта на территории Анапского района, а также на режим труда и отдыха водителей. Водители грузовиков проверяют на алкоголь, соблюдение скоростного режима, правил эксплуатации транспорта. Специальные внеплановые проверки выявляют случаи эксплуатации неисправных грузовиков, ведение незаконного предпринимательства, контролируется наличие у водителя необходимой документации. Зачастую на предприятиях не проводят медосмотры водителей перед рейсами и не проверяют грузовики перед выездом на линию. Операция «Грузовик» продлится в Анапе по 27 сентября. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа, регион.